Великий Новгород окончательно прощается с новогодними праздниками. Сегодня на площади Победы Софийской начался демонтаж главной елки. До конца недели от украшений не останется и следа. В этот раз елка украшала площадь почти два месяца. Но теперь, когда смена лет отмечена по всем стилям, отгремело Рождество и Крещение, символу праздника пора возвращаться на склад. Разбирают ель аккуратно, чтобы ничего не повредить, так что на все про все уйдет несколько дней. Объем работы, который обусловлен размерами новогоднего символа, единственное, что отличает этот процесс от обычной домашней процедуры разбора елки. Сейчас монтажники снимают гирлянды и украшения. По факту смотрим, если какие-то недостатки, там порывы гирлянд, нарушение конструкции. Но, как правило, все это хранится в хорошем состоянии, на складе в городском хозяйстве. Так что будем своей работой, елочкой радовать новгородцев и в следующем году. После украшения будут демонтированы ветви и ствол дерева, а потом и конструктивные элементы. Напомним, что елку на Софийской площади начали устанавливать 4 декабря. А теперь она снова будет ждать своего часа в разобранном виде под присмотром городского хозяйства.